Всем здорово, бродяги, с вами Бодяга. И сегодня мы смотрим новую рекламу, будем так говорить, Леона. И мне кажется, она хайпанет у нас с вами, как и три топора, потому что блогеры делали реакции на всякие рекламы, типа вулкана и остальной параши. Вот. А здесь у нас охерительная, как я понимаю, это Леон Николаев. Я, правда, не знаю, что за Леон, что это вообще такое, ну да ладно. Короче, я знаю только три топора, вообще, если честно, и вулкан. Ну, короче, это все, вы поняли. Вот, и я надеюсь, что это много просмотров соберет. По крайней мере, ну, блядь, вы меня поняли. Вот, поэтому, ребята, если что, подписывайтесь на второй канал. Короче, сейчас мы порофлим, посмотрим, потому что я помню, когда делали рекламу этого три топора, там был вот этот карлик и две тёлки такие высокие. Посмотрим, где я здесь могу поугарать. Я бы не делал, если бы вы не просили, если честно. И если бы я не знал, что оно много просмотров наберет, мне бы вообще пох было. Выпьем за Леон. Понятно, это переделка с этой, блядь. Как ее? Выпьем за любовь. Блядь, ну, не в моем исполнении. Как блестят сейчас твои глаза. Выпьем за Леон. Бля. Ну, я бы хотел быть в центре, если честно. Ну и так сойдет. Похер. И пускай живет в душе игра, мы не за Леон. Не, просто понимаете, это реклама, где 30 секунд, блять, и мне надо растянуть видео. Понимаете, давайте просто обсудим, что мы видим. Мы видим дохера красивых девушек. Пиздец, сколько у них денег, вот бы мне столько, ёптовая дивизия. Леон, купите у нас и правда рекламу, пожалуйста. Потом сделаю на три... Нет, не-не-не. А, хотя да, можно, это тоже, возможно, хайпанет. Три топора тоже берите у нас рекламу. Все, блядь, берите у нас рекламу. У меня, сука, ни одной реакции... Ой, ни одной рекламы на канале нету. Ну, ёптовую, блядь, дивизию, пожалуйста. Короче, вот. Я вижу красивый пианино, на котором стоит старенький мужичок. И вижу красивых бобец сзади. И пускай живет в душе игра, мы не за Леон. Как они радуются, бля, я не могу. Охереть, пачка денег. Вы видите эту пачку денег? Ой, сорян. Вам не видно, да, ее, наверное? Или видно? Блядь, вот сейчас я увижу. Блядь, как вам показать? Вот эту вот пачку. Вот эти деньги я смогу заработать, знаете, только за сколько? Я эти деньги смогу заработать только за... Ну, за полгода. Ой, это еще минимум, блядь. Если не за год. Выпьем за твой первый миллион. Ха-ха, сука. Эх, блядь, вот бы мне реально за первый миллион выпить. Выпьем за Леон и края. Не, ну слушай, ну скажу честно, прикольно. Не, ну смешно, реально. Нормально, я поугарал. Я надеюсь, там реакция не коротенькая получилась. 3 минуты. Ой, как-то раз я, короче... Бля, я пытаюсь на 5 минут хоть растянуть, это слишком коротко. Вот, поэтому... Ребят, ну, прикольно, прикольно. Типа, прикольное видео, мне понравилось, серьезно. Ссылка на оригинал в описании в любом случае будет. Вот, поэтому, если что, нам с вами лайки завезите, блядь. И потом надо будет, наверное, все равно три топора тоже посмотреть. Вот, поэтому, ну, я надеюсь, она тоже хайпанет. Короче, всем спасибо, если что, за этот просмотр. Спасибо, что посмотрели видео. И, бродяги, сегодня стримимся вечером. До новых видосов. Да.